святость сердца наших живет. И как Богом посланный ходатай, нас его любовью соединит. И как Богом посланный ходатай, нас его любовью соединит. Как прекрасно чувствовать свободу, наслаждаться близостью Христа, разделяющий петельную воду, где хвалой наполнены уста. Как прекрасно чувствовать свободу, наслаждаться близостью Христа, общение с ним светлеют лица, миром наполняются сердца. Хочется усерднее молиться, чтоб общению не было конца. И таких минут благословения никогда забыть, а не тай чудесных сокровенных, с небом соединяющая нить. И таких минут благословенных невозможно никогда забыть, а не тай чудесных сокровенных, соединяющая нить.